еда, уж поведение у животных, можно сказать, отвратительное. Особенно у леопольда. Ты что, вместо курицы сел? Он хочет стать бульоном. Что там делал, Леопольд? Там еще и газ горит. А ну вышел тут. Что это за поведение? У Шакиры хорошее поведение. Марсель, это ты научил? Рассказывай. Марсель. Боже мой, а что ж такое взгляд тут? С языком. Все со двора пришли такие счастливые сегодня. Погода была прекрасная. Были целый день во дворе, да, Персик? Шакир не ходила во двор. А Эрик с Флэшем были целый день во дворе. Персик вообще устал. Филя не вижу. А где Филя? Филя? Да. И вообще... Он убежал, мне кажется, был. А, убежал? Посмотри, выдернул лунтика. Еще кто-то собрался на улицу. Мне кажется, уже на всех... Марсель! Домой возвращать уже всех надо. Что? Что ты делал в кастрюле? Где ты поцарапал нос? Рассказывай. А? Вот так себя ужасно ведут коты. Просто ужаснейшие. А, кто-то мне звонит. Саша, ответишь? Хорошо. Кто-то нам звонит. Чего звонить? Время позднее. Это Леопольд, попугай ловишь. Когда? Да. Марселька сидит. Мошек ловит. Сетка стоит. То, что комары летят, уже пришлось поставить сетку мошек от всего. Да. Леопольд, так что ты делал в кастрюле? Кто тебе нос поцарапал? А? Кто нос поцарапал? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вижу еще одну кошку вижу. Королева, ну что ты тут сидишь? Папа ей подушечку положил, говорит, она любит здесь сидеть. Положил подушку на кухне, ужас. Все заняли, все места согласно купленным билетам. Обалдеть. Ну что это за поведение? Леопольд, а где ты такое научился? У нас еще ни один кот по кастрюлям не сидел. Ну так. Вот такой испорченный кот. А, Леопольд? Вот это красиво так в кастрюле жить? Здесь у нас только курица большая, кастрюля большая для курицы, понимаешь? Леопольд. Вообще папа поставил кастрюлю, он тут заваривал себе траву. Полежать в ванной. Вот это травой. Саша, у тебя закипело. В общем, вот такой у нас стал кот кастрюличный.
Марсель, иди покушай. Ой, а мы же... Ой, я сегодня подстригала Леона. Леона, ну покажись. Так красивый. Подровняла чуть-чуть. Подстригла чуть-чуть. Всем показала Леона красивого. А? У тебя закипело. Тревога, да, слышишь? Да, слышу. Масель, ты тревогу слушаешь? Угу. Леон, покажись. Ой, красивый. И Терри красивая. И Леон красивый. Да, тревогу слышно. Саша, кот стал лазить по кастрюлям. Что с этим делать? Голод вынул. А, голод вынул. Голод заставил его искать новую пищу. А вообще он любит Шакиру. Леопольд, ты знаешь, он любит Шакиру? И Шакира его любит. Шакира. Потому что это у нас единственные два породистые кота. Не, мы тут еще у нас породистые кота. Красивый. Завтра поеду на базар за творогом. Село. Да. Село, папа, давай. Он так любит творог, этот Леон. Даже вкуснее, чем мясо любит. Ой, повезло. И в кастрюле посидел. И с утра папа поедет за творогом. Какой длинничек. У которого не бывает таких хвостов. Тренировался на деревяшке. Нос ободранный. Нос ободранный. Ободран. Покажи, какой у тебя горбатый. Хищник. Вот так. Вкусно. Хищник. А он не кусает. Держит. Тигр настоящий. Вот так. Сейчас. А вот зато у нас у Шакиры самые розовые подушечки. Вот так. Сейчас. Подождите, сейчас я покажу вам, как я вас люблю. Разозлил кота. Вот так. Ставлю же больную женщину, да? В почтенном возрасте ты так с ней обращаешься. В холодильнике ничего нету. Завтра утром базар. Извините, Леопольд. Мне кажется, Марсель тоже услышал холодильник. Закрывай окно, Марсель, правильно. Ну, вот так она себя ведут. Просто не умеют себя вести. Показала я Леона красивого, я сегодня подстригла. Да, Леон? Леон, подстригла мама красиво, лапки подровняла. Все. А? Тинь-тинь, ты уже спать лег? Ну, у него уже позднее время. Спи, маленький. Раз лег, значит, ему надо. Не всем надо спать. Да? Персик. Звезда на весь экран.